Дорогие друзья, хочу вас поздравить с вашим съездом. Знаю, насколько сложно и трудно это организовать в стране, которая сейчас везде по миру называется последней тиранией Европы. Я немножко сомневаюсь насчет того, последнее ли это, или их число сейчас умножается, но в каждом случае, когда мы 25 лет тому назад начали путь к свободе, никто не ожидал, что наши пути так разойдутся, и что ваш путь будет настолько длинный и настолько трудный. Мы никогда не забудем про ваш братский народ, про его право жить в свободе, жить в демократии. Мы будем вас поддерживать. Сейчас главное не потерять суверенность, не потерять государственность, потому что только в суверенном государстве может создаться свободное и демократическое общество, и свободный демократический политический строй со свободой слова. И с этим fair play, честной игрой, за которую вы сейчас боретесь, и эти политические political prisoners, политические узники, являются свидетельством вашего стремления к свободе. Мы их не забудем, мы будем бороться до тех пор, пока все люди Беларуси смогут пользоваться и радоваться европейскому, свободному, демократическому, своему национальному государству. Счастливо и да здравствует Беларусь!